Всем привет! Приобрел за 270 рублей в ленте по скидке зубную пасту Рокс, торговая марка, комфорт и дополнительное увлажнение полости рта. Масса нетто 135 грамм. Читаем. Рекомендовано для тех, кто хочет получить дополнительный комфорт, имеет проблему сухости в полости рта или риск ее возникновения. Разработано для защиты и поддержания увлажненности слизистой полости рта. Здесь перечислены случаи, когда сухость в полости рта может возникнуть. Смотрим дальше. Зубная паста у нас безопасная формула, без фтора, без парабенов, без СЛС. Интересное кино. Недостаточный уровень увлажненности полости рта часто является причиной серьезных стоматологических заболеваний. При сниженном выделении слюны возникает целый ряд неприятных ощущений. Сухость в полости рта приводит в том числе к нарушению процесса реминерализации зубов и к воспалительным заболеваниям десен. Все серьезно. Открываем. Тюбичек такой. Ну, знаете, от него веет какой-то надежностью и уверенностью в завтрашнем дне, что все это не просто так. 100 мл, либо 135 грамм. Содержит компоненты, мягко стимулирующие выделение слюны. Она у меня уже выделяется. Разработана для защиты и поддержания увлажненности слизистой полости рта. Рекомендовано для тех, кто хочет получить дополнительный комфорт. Не содержит СЛ, без фтора, активные минералы, содержит экзимы, устраняет сухость, не содержит парабены, обладает мягким мятным вкусом, создает чувство комфортной свежести. Поставим для антуража коробочку вот так. Эффективность клинически подтверждена. Пробка у нас откручивается. Но знаете, еще раз хочу сказать, веет, что девайс с умом. Язычок прямо. Не знаю. Доверяю. Почему не знаю, но доверяю. Рокс. Ну, неплохая зубная паста считается торговая марка. Наряду с Люкалют. Еще кем-то. Люкалют, я неправильно произношу. Тоже Германия. Здесь производитель у нас. Ну, позиционируется Рокс как Германия. А где написано? А не знаю, где написано. Вот тут еще состав, что есть. Где-то было написано. Изготовлено по рецептуре и под контролем компании Россия-Швейцария, а не Германия. Знаток я зубных паст. Ладно, время чистить зубы, устранить сухость рта, чтобы выделялась слюна. И для этого нам поможет зубная паста Рокс. Какой ее состав? Да, на какого-то света, посмотрите, кремово. Вам видно? А запах? Ну, мятный такой, бодрящий. Ладно, сейчас приду. Ну, что могу сказать. Паста неплохо себя показала. Консистенция у ней ниже среднего. Не густая. Но это никак не отрицательный момент. Пенится она тоже ниже среднего. Но это неплохо, в принципе. Свежесть ощущается. И такой привкус не той мяты, к которой мы привыкли. Какая-то сладкая мята. Хочется даже пасту съесть. По крайней мере, у меня так возникло. Срок годности 6 месяцев, вроде этот значок обозначает. Ну, в общем, рекомендовать можно. Свежесть сохраняется. Даже чуть-чуть холодок после ее использования. Не холод ментола, к которому привыкли, а, видимо, за счет какой-то рецептуры. В общем, я доволен. Можно обратить на нее внимание. Неплохо, неплохо. 270 рублей, 100 грамм, либо 135 грамм, либо 100 миллилитров. По скидочке увидите, возьмите. Неплохо. Может, где-то в интернете дешевле.